Ну вот, правда, последняя история произошла лично для меня неприятно, что министр иностранных дел Израиля, вновь назначенный Эли Коэн. Якраз я хочу спитати, тут є частина цивілізованого світу, яка дуже, м'яко кажучи, здивувала, і у ці ніхто ж не розголошує навіть про що говорили, та? Тобто навіть немає ніякого комуніке, і це ще більш дивно, якщо хочете. У вас є версія, чому так, і чого чекати? Чи чекати якихось неприємностей таких серйозних? Ну, серйозних ні. Та ви знаєте, коли я про це узнав, вот эту историю про Эли Коэна. Это Эли Коэн, это новый министр иностранных дел Израиля в новом правительстве Нетаньяу. Я расстроился больше за Израиль даже, чем за нас, если честно. Да. Нет, потому что как? Мы и не ожидали от Израиля военной помощи. Ну, не ожидали. Уже давно. Вопрос, по сути, закрыт. А гуманитарную помощь мы от Израиля получаем. Технологическую даже помощь получаем. В том смысле, что вот наши там службы спасения, амбулансы... Там наши спасатели получают какие-то каски, там, приборы для вот, разбора завалов и так далее. Это все поставляет Израиль. А военное сотрудничество нет, его просто не существует сейчас. Но есть еще, кроме этого, символическое. Вот есть отношенческое. Да? И на первом Рамштайне, я помню, что был представитель Министерства обороны Израиля. Я не знаю, был ли он дальше, но на первом, вот тот, который реально на базе проходил в Рамштайне, там был представитель Минобороны Израиля. Сам министр не мог быть, потому что это был государственный праздник в этот день в Израиле. Помню, День независимости был, и, соответственно, министра обороны не было. Но кто-то был замминистра обороны, помню. Это плохой символический шаг. Вот появляется новое правительство Израиля. И первый звонок, первый, который делает... министр иностранных дел, он делает это с Лавровым. С Лавровым, который изгой, безусловно. И они, конечно, это оправдывали тем, что у них там тема разговоров – это судьба евреев России, там какие-то культурные мероприятия на Сахалине для евреев, там празднование, предстоящее празднование Пурима в Москве. Ну, что-нибудь в таком духе. То есть всякая ерунда. И они, кстати, описывали, что именно они там обсуждали потом. Да. Ну и там все эти темы были абсолютно нейтральные. Развитие социально-экономического сотрудничества, судьба там действительно еврейских праздников, там что-нибудь такое. Но то, что это первый звонок, то, что он такой громкий, это очень имеет большое символическое значение. И это настораживает, на самом деле, по-настоящему. Потому что на Нетаньяху, на нового премьер-министра Израиля, в отношениях его с Россией смотрится да, с подозрением. Тут надо, правда... Я сразу должен одновременно и отмыть Нетаньяху, так как ну, за его судьбой я наблюдаю уже очень давно. Он первый раз стал премьером еще в 1996 году. Представляете себе, да, сколько уже прошло с тех пор? 26 лет назад он был избран премьер-министром Израиля. Сейчас он избран в третий раз. В 96-му, то это уже 29. В 96-м? Да. А, нет, ну 23-й уже рік, 20... и вы не правы, я 27 лет назад он победил на выборах, вот, и избирался он премьер-министром раз 6, наверное, я точно не вспомню, просто это три куска отдельных, просто там один, тогда он один термин, один срок был, с 96 по 99, потом он был несколько сроков подряд, и сейчас вот потом перерыв снова, и вот сейчас он снова в третий раз становится премьер-министром Израиля. И во время прошлых своих премьерских значит, постов он строил отношения с Россией. Это реально так. Он много встречался с Путиным. В его рекламе, не в этот раз, сразу говорю, не в этот раз, а в прошлых выборах до войны, до вот этой активной фазы войны большой, он рекламировался на плакатах вместе с Путиным, не в обнимку, но здороваясь с Путиным на плакатах и с надписью «Нетаньяху – это высшая лига». Дескать, посмотрите, какие большие люди со мной разговаривают, сам Путин. Да, это прям главные билборды его были предвыборные на выборах там, в 2020, по-моему, году. Вот. И... он маршировал с колорадской ленточкой по Красной площади уже после оккупации Крыма 9 мая 15-го, по-моему, года. Не вспомню точно какого года, по-моему, 15-го. Опять-таки, он, правда, не признавал Крым, не ездил в Крым, ничего. Но вот он приехал на 9 мая по приглашению, и когда ему одели ленточку, он ее с себя не снял, ходил с ней. Что тут нужно сказать в оправдании Нетаньяху? Что, безусловно, он не является там, агентом Москвы. Он не Орбан, он не Берлускони, не Мэри Ле Пен, ничего похожего даже нет. Он, безусловно, агент Вашингтона. Это я сразу всех хочу успокоить. Ну, в смысле, Нетаньяху агент Вашингтона, абсолютный. Это абсолютно американизированный человек, проживший значительную часть жизни в Америке. Его карьера вообще была в том, что он был сначала там, ну, спецслужбовцем, в смысле, в главной, как это,
спецназ Генштаба, ну, это главное такое спецподразделение, которое используется при штурме всяких там террористов и так далее. То есть вот прям ходил в Сирию там в тайные операции, ну, всякий такой прям боевой офицер. А потом он уехал в Америку, занимался частным бизнесом, потом стал уже представителем Израиля в ООН. То есть он очень долго жил в Америке. И, конечно, он никаким образом не агент России. Но он пытается выстраивать такую многовекторную политику. Он общается с Россией в интересах Израиля. Не в интересах России, вот точно. Ни капли. У него нет интересов России. Нет интересов Путина. В интересах Израиля, как он их видит. Но тут можно заиграться, понимаете? Потому что я не знаю, сможет ли он вот сориентироваться. Может и сможет, что та Россия, с которой он имел дело в свою прошлую каденцию, и нынешняя Россия — это две разные страны. Что эта страна изгой, а та не была изгой. То, что можно было тогда, сейчас нельзя делать. Может, он сможет перестроиться, может, нет. Но что нам не грозит? Давайте так, он не будет продавать оружие России. Не будет. Там вот этого тоже не будет. То есть не надо перегибать тоже в эту сторону. Но мне кажется, что сейчас это конфликт цивилизаций. Вот вы же сказали слово «изгой». Оно же моральное. Слово моральное, не физическое, да, вот не только в смысле мы с ними не торгуем нефтью, а в смысле морали мы вот осуждаем, мы с ними не садимся рядом просто сидеть и разговаривать, потому что они изгои. Вот Израиль, продолжая разговаривать, может оказаться среди изгоев случайно. Это такое, можно вляпаться, знаете ли. А що Ізраїлю може бути потрібно від Росії зараз? Вам кажется, що в інтересах Ізраїлю. А які це інтереси? У них есть два больших главных вопроса. Ну, не так бы. Первое. Израиль считает себя... Ну, я начну со второе, а потом первое. Второе маленькое, первое большое. Второе. Израиль так как считает всех евреев мира своими в каком-то смысле. Угу. Как бы что он отвечает в каком-то смысле за всех евреев мира. Не за граждан своих, а именно за евреев. А в России проживает много сотен тысяч евреев. И каждый раз вот Израиль о них заботится. Говорит, вы разрешите нам проводить для них культурные мероприятия? Вы разрешите, если что, их эвакуировать? Ну, например, вот если будет мобилизация. А какой-нибудь еврей скажет, а нет, я решил репатриироваться в Израиль прямо сейчас. Вы ему разрешите или нет? Вот это прям реальные вопросы. Это реальные вопросы. То есть эвакуация евреев в случае, если война там перейдет в какую-то другую стадию. Это раз. И второе, кстати, во время войны уже было много раз, когда Израиль, как бы, когда Россия шантажировала Израиль этими самыми евреями, то есть запрещая деятельность вот Сахнута и организации, которая занимается перебазированием евреев в Израиль. То есть это все используется как предмет шантажа российские евреи, как предмет шантажа Израиля. А вторая большая проблема – это проблема безопасности самого Израиля, потому что, первое, российские войска находятся в Сирии, они находятся прямо вот на границе Израиля, российские войска. Российские войска мешали раньше проведению специальных военных операций. Израиль постоянно проводит в Сирии специальные военные операции. То есть прилетает и уничтожает какие-то объекты, бомбит, убивает каких-то иранских генералов или просто бомбит какие-то склады и все такое. И в какой-то момент российское ПВО стало препятствовать этому, пытаясь сбить израильские самолеты. Понятно, что они называли это сирийское ПВО, но это были российские ракеты и российские, короче, гиркины очередные и так далее. В смысле, это российские военные, естественно, были. Это прям совсем не нравилось Израилю, потому что до этого Израиль хозяйничал в сирийском небе просто как хотел, а тут никак хочет. Это реальная проблема. Ну и вот там же в рамках этой второй проблемы под названием безопасность — это отношение Россия-Иран, так как угроза номер один для Израиля — это ядерное оружие Ирана. То есть если у Ирана появится ядерное оружие, то официально, опять, это вот написано в этом, в правилах поведения простого иранца. Да? Цель жизни Ирана — уничтожить Израиль как государство полностью. То есть Иран создает ядерное оружие, чтобы уничтожить Израиль. Это официально.